Ну, как у балерины. Что, реально? Ну, мне так рассказывали, я видела ее в платьях, в костюмах, по-моему, да. Ну, конечно, с моей точки зрения, очень худенькая, но очень стройная. Ну, внешность у нее, конечно, сделанная искусственно, от природы-то не очень. А я такой наивной дурой была. Я в сентябре купилась на Прохорова, что якобы он великий оппозиционер. Как бы началась его, ну, помнишь, в сентябре он выступил там против Суркова, Асламбек Дудаева по-настоящему, вот. И началась какая-то якобы кампания против него. Какой-то появился сайт, и на нем было написано: этот сайт, учтите, провокация. И там было написано: голосуйте, Прохоров наш президент. Это осенью было. И я ради прикола проголосовала. Я не знала, что в этот же день ко мне станут ломиться и пытаться взломать дверь. И это было 5 раз на протяжении полугода. Они, то есть, вычислили методом тыка, кто там у него работал, еще там и... Ну и по отдельным высказываниям. А потом он все время принимает ту сторону, которая сильнее. Потом он замолчал. Как только начались митинги, он стал за оппозицию, на наши митинги ходить. Правда, оппозиция его не принимала. И теперь не принимает. Потом он ушел, с Путина поздравил, с инаугурацией. То есть все время вот такой вот, как уж. А я за него голосовала, дура. Потому что Навальный сказал: голосуйте за любого, кроме Путина. Что ты думаешь по поводу Миколы? У него очень сложные таблицы. Не лучше ли основываться на скользящих средних и перетечений, линии поддержки, линии сопротивления, стохастика, сочетание этих индикаторов? А там очень сложно. Навальный наш президент. Леха, давай. Леха, ты наш кумир. Эти фигуры, это все дерьмо, забудьте. Это я знаю, что дерьмо. ФИБА, это тоже дерьмо. Этот индикатор, дерьмо, все дерьмо. Вы этим не пользуетесь. Вы пользуетесь только линией тренда. Но это объяснение. Значит, потом я выхожу с собакой гулять. Собака упирается ни в какую. Мы с ним немножко прошлись. Я пытаюсь вернуться домой. Собака упирается, боится. Чувствует. У собаки отказывают 2 ноги где-то за метр до дома. Мы ни о что не спотыкались, нас никто не кусал. И у меня отказывает нога. А потом к утру появляется гигантский кровоподтек и синяк. Он у меня до сих пор, хотя маленький. Я, конечно, устроила жуткий скандал, что мне твой сатанизм уже надоел. Она мне говорит, что она на меня свечки в церкви на упокой ставит. Ты понимаешь? Она, по-моему, давно ставит. Она давно ставит. А она у хороших успехов добивается. А я, как попы советую, ставила ей все время за здравие. Она становилась сильнее, а у меня все ухудшалось. Я взяла и тоже поставила за упокой на днях. Что это за место, не знаешь? Нет, ну здесь написано: плохая погода, а здесь отличная. А что за место это? Практически сразу за Макдональдсом. Здесь Макдональдса нет. Все, как ты помнишь, Мельчикино. Мельчикино, да? Все-таки какой горошек уродился. Кино. У нас радиация и... космические установки, поэтому у нас перепела несут вот такие вот яйца. Аномальные грибы у нас приблизительно вот такого вот размера. В нашей речке экологически чистая речка. Вот такая речка, вот такими глазами рыба плавает вообще. А, приезжайте к нам, welcome. В прошлом году я, значит, сколько я? 3 раза ходила с мужиком в кино, он меня приглашал. Значит, он проклятый КГБшник, и это он натравил, что ко мне в дом, в квартиру ломится. 5 раз за это ломились, да, было дело. Это по интернету, за то, что не то написала, было дело. И вычислили биографию. Так, это вот, теперь, значит, сосед. Но он тоже. Это мы с ним друзья, хотя он даже меня ни разу в щеку не целовал. Просто чистые друзья.
Ну что я хочу сказать про Барское Мельчкино? Совершенно удивительное место, удивительные люди. Всем рекомендую попасть в Барское Мельчкино. Обязательно. Та-дам!